И всех ачарьев, которые хотели, чтобы здесь, в Майпуре, было круглосуточное совместное воспевание святого имени и непрекращающиеся харинамы. И во всем мире собирались множество преданных для совместного воспевания харинамы. Каждый раз наши харинамы и молитвы направлены на всех людей и особенно на преданных, которые посвятили свою жизнь служению миссии Шрилы Прабхупады и совместному воспеванию святого имени. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы помогаете просто жить и служить возвышенным вайшнавам здесь, в Майпуре. И, как вы знаете, Майпур — это сердце Господа Гауранги. И совершая такое возвышенное служение, вы сами находитесь в сердце у Господа Гауранги. И в нашем сердце также вы все находитесь. И мы очень благодарны вам. За вашу помощь. За вашу помощь. И любим всех вас. Хари Кришна, дорогие преданные.